Всем привет, друзья. Это обзор моего портфеля Тинькофф Инвестиции. Получается, суббота, 18 апреля. 18 апреля. И как у нас пошел спад? Пошел спад АМД на 2%. Потеря 1,14 доллара. Потом пошел спад Kiwi 55,5%. Beon 29,91%. Еще спад. Яндекс 11%. 1282 рубля. Отрастает ФК-система, банк, ВТБ, подарочные акции. Группа ЛСР падение 6,93, 42 рубля. Сбербанк 2,859, падение 17%. Татнефть 14%, 86 рублей. Татнефть привилегии 53 рубля, 9,8%. ФСК отрастает. Доллар плюс у меня пишет 14,79, но это потому что были закупки по 64. По 64, 459. На долларе можно немножко поднять. Вот такое состояние портфеля на сегодняшний день. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, ставьте лайки. Пока!